Используйте инстинкт, чтобы предугадывать движение врагов. Ну да, скука здесь просто смертная. Но зато хоть сервис. Этот охранник идет к ограждению. Он не дойдет до вас. Колющие и режущие предметы можно использовать как для смертельных бросков, так и для отвлечения внимания. Чистое убийство. Вы можете сбросить тело за ограждение. Вы переоделись в охранника. Теперь вы можете свободно перемещаться за пределами усадьбы. Учтите, что другие охранники могут заподозрить вас, если вы подойдете слишком близко. Ваше оружие без глушителя. Оно потревожит врагов. Используйте свои сильвербойлеры с глушителями. Эй, это... Что это? Штаб, я обнаружил кровь. Внимание, у нас возможный противник. Прием. Вас пытаются арестовать. Не бегите. Притворитесь, что сдаетесь. Или тихо отойдите в укромное место и разберитесь с противником. Впереди видна оранжерея. Чтобы проникнуть туда незаметно, вам понадобится маскировка. Обманите охранника. При входе в оранжерею вы подойдете близко к охраннику. Он заподозрит вас, но вы можете обмануть его с помощью инстинкта. Охранники впереди заподозрят вас. А у вас недостаточно очков инстинкта, чтобы пустить им пыль в глаза. Поищите другой способ. Отлично. Просто отлично. Я убью этих шутов-ремонтников. Вы разобрались с охранниками. Вы получаете очки инстинкта. Я прошел через двор. Охранники заняты. Вы можете убить их. Проникните в усадьбу и устраните Диану Бёрнвуд. А Викторию приведите к нам. Целый и невредимый. Она очень много значит для меня и для агентства. У меня нет рака простаты. Дайте я вас расцелую. В смысле, отличной новости. Вы меня порадовали. А? Спасибо, доктор. Вы проникли в усадьбу. Ваша текущая маскировка вызовет подозрение у охраны. Найдите новую маскировку или избегайте обнаружения. В одежде охранника усадьбы вы можете войти в саму усадьбу. Учтите, что другие охранники усадьбы могут заподозрить вас, если вы подойдете слишком близко. Находя и изымая улики против себя, вы зарабатываете очки рейтинга и повышаете силу инстинкта. Когда вы пройдете в эту дверь, система рейтингов будет включена. Она будет следить за вашим стилем игры и вознаграждать за успехи. Вы можете следить за своим рейтингом в левом верхнем углу экрана. Как всегда, методы достижения цели зависят исключительно от вас. Удачи! Я его знаю. Используйте инстинкт для поиска важных объектов. Скоро спустим.
разрыв контракта и занесение в черный список. Можете не сомневаться, виновные больше не... Еще ближе подойдешь, пристрелю! Что за оглушить? В любом случае, в ближайшее время он вас не потревожит. Набрав достаточно очков, вы разблокируете технику убийства. Откройте ноутбук, чтобы взглянуть на свой текущий счет и технику, которую вы можете разблокировать. Если верить Бенджамину Трэп... Подхожу к цели. Отлично, 47-й. Запомните, Диана сама во всем виновата. Она предала нас, агентство, наш кодекс, все, за что мы боремся. Она слишком опасна, ее нельзя оставлять в живых. Думайте об этом. Урок. Сорок седьмой, докладывайте. Я должен убить тебя. Зачем ты это сделала? 47-й! Черт, что случилось с этой штукой? У всех есть свои табу, даже у тебя, 47-й. У нас были принципы. Диана, я... Нет. Я должна была забрать ее у врачей. Я знала, что ты поймешь. Черт! Здесь что-то не так.